Так, молекулярный состав нефти. Значит, мы с вами начинаем рассматривать молекулярный состав бензиновых фракций. Да? И вот в бензиновых фракциях, а это какие фракции? Ну-ка скажите мне по температуре кипения, какие фракции относятся к бензиновым? Начало кипения до какой температуры? До 200 градусов, да, бензиновые фракции или бензин, да, вот как технологические фракции, там еще бензин есть, керосин и так далее. Те тоже фракции температуры кипения надо знать вам. И мы с вами начинаем вот рассматривать как раз бензиновые фракции. Вот здесь первая фраза, которая написана на этом слайде, что в нефти идентифицировано, то есть вот точно идентифицировали более 1000 различных индивидуальных соединений углеводородов и гетероатомных соединений. А в бензиновых фракциях, вы это тоже будет задачка у вас, на расчет хроматограммы, да, бензиновых фракций. И там у вас будет около 80 индивидуальных соединений. Так что все это через вас это пройдет, и все формулы, вот эти 75 там формул, все надо будет уметь писать. Вот. Ну, а в бензиновых, как я вот только что сказала, что там до 80 индивидуальных соединений, и в бензиновой фракции в основном это углеводороды. В некоторых нефтях там встречаются, например, меркоптаны легкокипящие, но обычно таких нефтей очень мало, и они определяют запах, эти вонючие такие меркоптаны. Мы студентам эти такие нефти на разгонку и сами стараемся не разгонять. Ну и, значит, кроме углеводородов в состав вот средних бензиновых фракций может входить легкие гетероатомные соединения. Ну, а вот эти металлоорганические комплексы, они в основном входят в асфальтены, да? Я уже вам этот термин давала, что такое асфальтены, но потом и формулы мы тоже, гипотетические формулы, мы с вами их тоже рассмотрим. Ну и вот видите, тут такая фраза, что смесь структур различных типов, хотя мы с вами говорим, что это углеводородный раствор, да? Но углеводородный, можно сказать, углеводородный раствор, в котором присутствуют различные соединения, да, различные соединения структур различных типов, как вот здесь сказано, структур различных типов, да? Выбранных природой, соответственно, определенных законом. Да? Это такая общая фраза, но как-то более научно я ее сказать не могу. Значит, какие определенные законы природные? Ну вот в каждой нефти эти все соединения отличаются либо и качественно, и количественно, либо только количественно. Да? Вот, значит, вот природа. И самое главное, что соблюдается принцип наивысшей термодинамической устойчивости, потому что в природных условиях недр у нас температуры могут быть высокие, да, и в залеже может быть температура больше 100 градусов и даже 150 градусов, поэтому вот эти все соединения, они обладают вот этой наивысшей термодинамической устойчивостью в залеже. Ну, вот здесь, значит, что у каждого соединения, органического соединения, ну, которые вот уже с С4 есть изомеры, структурные изомеры, да, понимаете меня, что такое структурный изомер? Когда структура углеродного скелета различная. Вот, и вот этих изомеров для соединений разной длины может быть разное количество. И вот были, сейчас следующий слайд я когда открою, там это из как раз лекции Виктора Васильевича, он вам рассказывал про это. Ну, а пока вот это в общем, что хотя
теоретически могут быть большое количество изомеров. Да? Вот самое большое, ну там, ну, сейчас посмотрим эту таблицу. Значит, ну и, но в нефти не все они теоретически возможные содержатся. Да? Поэтому, вот, например, для пентана, да, может быть 3 изомера, да, для С8, значит, присутствует только нормальный пентан и изопентан. Еще другой не присутствует, третий. Значит, для октана 16 или из 18 возможных присутствует, значит, здесь уже больше. А вот для иказана, возможно, видите, какое уже число? Значит, для иказана, да, С20H42, уже, видите, 366 319 изомеров различные, может быть, теоретически. Да? Но в нефти содержится всего, как здесь сказано, 2 или 3 у иказана, да, и еще эпимеры фитана. Да? Тоже С20 фитан, это изопренойный углеводород. Ну и в основном в нефти, вот те, которые изучены, соединения, они однотипные. Но качественно они могут быть однотипны, а количественное соотношение различных углеводородов в разных нефтях может быть различно. Ну и, значит, двигаемся дальше. Ну и вот в связи с этим вырисовываются такие закономерности состава, молекулярного состава нефти. Но это, можно сказать, не закономерности, а тенденции. Понимаете разницу, да? Закономерности – это когда выполняются все, а тенденции – это когда направленность, да? Что это не в каждой нефти может быть что-то, да, а вот направление, такую направленность состава, она есть. Ну и вот одно из первых, что молекулярный состав нефти слагается из большого количества гомологических рядов. Надеюсь, вы знаете, что такое гомологический ряд. Да? Это ряд, который имеет углеводородов, который имеет одинаковую структуру углеродного скелета, и предыдущий от последующего отличается на группу CH2. Напишите, да? И предыдущий от последующего отличается на CH2. И это CH2 называется гомологической разностью. Значит, что такое гомологический ряд? Потому что буду вас при защите ваших работ лабораторных, я это буду спрашивать, так что вы должны это знать, что такое гомологический ряд. Да? Вот. Ну и в разных нефтях похожие гомологические ряды, но может быть и отличия. В одних есть этот гомологический ряд, а в другой нету. И причины тоже зависят от того, из чего, из каких биомолекул образуются эти нефти, из каких вот эти предшественников углеводородов образуется эта нефть. Ну и видите дальше, следующая тенденция, да, что каждый гомологический ряд представлен данной нефти несколькими, но не всеми теоретически возможными изомерными группами, да, гомологическими сериями. Только что мы с вами сказали, что у С20 36 тысяч, там сколько-то, может быть, изомером, но там всего не столько, которые теоретически возможны, а встречаются 3 или 4 изомера. Третья закономерность, что первые члены гомологических рядов, значит, вот, например, гомологический ряд бензола, да? Первый – бензол, следующий какой? Толуол, CH3 добавляется, дальше и так далее. Так вот, первые члены обычно вот в нефти
встречаются, они либо отсутствуют, либо в меньших концентрациях. И тоже вы, когда будете рассчитывать молекулярный состав бензинов, то вы это тоже увидите. Но это тоже незакономерность, что не во всех нефтях, в некоторых нефтях и бензола больше. Значит, вот, возможно, отсутствует или в меньших концентрациях. Ну и вот если рассмотреть состав, углеводородный состав бензинов, то тоже такая, но это уже обязательно, что в этой в бензиновой фракции до 200 градусов, если они начинают кипеть при самой низкой температуре, да, какая самая низкая температура кипения нефти может быть? 24 градуса, хотя изопентан, который является самым легким жидким углеводородом, кипит при 28. Да? Как называется смесь, которая кипит при более низкой температуре? Азеотропная, тоже буду спрашивать, азеотропные смеси. Вот, уже рассказывала вам об этом. Значит, углеводороды какие? Три класса углеводородов, надеюсь, это вы все знаете. Алкановый, или по-другому называется метановый, или парафиновый класс, знаете это. Второй класс – циклоалкановый или нафтеновый, одно и то же. И третий класс – ароматические углеводороды или арены. Ну, это вот можно и так говорить. По разным классификациям они немного по-другому называются. Ну и если вот составить такую схему молекулярного состава бензиновых фракций, углеводородов бензиновой фракции, здесь только углеводороды, могут быть и легкие гетероатомные тоже, но мы их будем чуть позже рассматривать. Значит, можно разделить насыщенные и ненасыщенные. Насыщенные каким атомом? Водородом. Значит, вот это. Или их по-другому называют предельные и непредельные. Значит, насыщенные – это предельные, а ненасыщенные – это какие? Непредельные или ароматические. Значит, вот насыщенными являются алкановые и циклоалкановые классы углеводорода. Ну и внутри них тоже есть разделение по структуре. Значит, либо это углеводороды с открытой цепью углеродных атомов, да, CH3, CH2 и так далее. Да? Либо это изоалканы, да, когда у нас есть радикалы. Вот радикалы могут быть разные. Мы с вами уже говорили, какие, значит, метильные, этильные, пропильные, изопропильные, изобутильные, бутильные. Так что вот эти радикалы могут быть различные. И они даже могут быть и по структуре как изопреноидные углеводороды. Радикал может быть и изопреноидной структуры. Ну, а если циклически насыщенные, или вот тут тоже два термина, значит, с открытой цепью это алифатические, а с циклической, с замкнутой в кольцо, это алициклические углеводороды. Тоже вот такие термины употребляются. Значит, среди циклических или алициклических есть моноциклические, и в бензиновой фракции только моноциклические. Есть один углеводород, который попадает, пенталан, но его в нефти практически не бывает. Уже метилпенталан встречается, а вот пенталаны, где два цикла пентановых кольца, это вот пенталаном он называется, его практически нету. Ну и если ненасыщенные или ароматические углеводороды, то бензиновые фракции тоже только моноциклические, то есть бензольное кольцо одно, да, поэтому в бензиновой фракции нет гибридных углеводородов. Что такое гибридные углеводороды, уже мы с вами говорили. Это когда в циклической части есть ароматическое кольцо бензольное и либо циклопентановое, либо циклогексановое. Вот если два таких разных по структуре фрагментов молекулы, то такие углеводороды мы называем гибридные. Но по химическим свойствам
это ароматический углеводород по химическим свойствам, а по структуре мы их называем гибридные, потому что в геохимии вот эта последовательность ароматизации, она не на все циклы сразу вот распространяется, а последовательно. Поэтому вот насыщенные углеводороды потом могут быть гибридные, да, а потом уже ароматические, да, или наоборот. Вот. И, значит, тоже есть разные гомологические серии, и чаще всего, вот как здесь указано, это бензол, толуол, ксилолы и так далее. Но сейчас более подробно будем сейчас изучать, и вы записываете формулы. Ну ладно, значит, вот здесь указаны те радикалы, которые могут быть присоединены к, и к циклоалкановым углеводородом и к ароматическим. Также в нефти есть газообразные углеводороды, которые растворены в углеводородах жидких. Как этот газ называется, который растворен в нефти? Как? Газоконденсат. Попутный газ. Газ, который растворен в нефти, называется попутным. Напомните термин. Но когда извлекают нефть, большая часть этого попутного газа дегазируется, но что-то остается. И вот в некоторых, когда будете считать молекулярный состав бензиновых фракций, в некоторых фракциях мы можем обнаружить бутан или изобутан. То есть какой-то газ все-таки остается растворенным в бензиновых, ну вообще в нефти. Да? Вот. Ну и также, кроме углеводородов, бензиновой фракции может быть и вот эти легкие тиоспирты. Значит, частичка ти присоединяется к названию, когда в этом соединении есть сера. Ну, значит, газообразные углеводороды, и вот из меркаптанов или из тиоспиртов, вот это вот соединение, метилмеркаптан, это газ. Вот CH3SH, это газ. А уже этилмеркаптан, это уже жидкое соединение, но он тоже может быть. И вот мы с вами будем рассматривать потом состав газов, да, то мы с вами посмотрим, что он входит не только вот как попутный в состав газа, растворенного в нефти, так и в природных газах, свободных, он тоже может быть. Кроме вот алифатических насыщенных углеводородов, иногда бывает в нефти и алифатические ненасыщенные. Значит, это алкены, да, в которых есть двойная связь, алкины, в которых есть тройная связь, и вот из алкенов еще олефины. Ну, там они отличаются немножко, тоже посмотрите. Но в нефти практически их нет, потому что они реакционно способны, они вступают в реакцию и могут гидрироваться и превращаться в насыщенные алкановые углеводороды. Ну, гибридные, как я уже говорила, бензиновых нету, да, потому что там у нас только моноциклические, да, или только вот пенталан, где два цикла гексан, цикла пентановых. Но его тоже в нефти редко бывает. Вот. Но мы с вами с этим познакомимся на практически, когда вот вы будете считать, рассчитывать молекулярный состав бензиновой фракции. Значит, общая формула, я думаю, что вы это запомните, для всех алкановых, метановых или метановых, или парафиновых, да, синонимы, CnH2n плюс 2, да, для всех, и для нормальных алканов, и для изоалканов, да, запомнили, запишите, вот, и, значит, расстояние между атомами, углеродными атомами в углеродном скелете у них у всех одинаковое, да? 1,54 ангстрема, самое большое среди вот этих классов углеводородов, которые встречаются. Ну, радикалы я уже сегодня несколько раз повторяла, какие метильные, этильные, пропильные
изопропильный, бутильный, изобутильный, и, может быть, даже пентильный, и там какой-то еще другой, и, может быть, изопренойдная цепь, да, присоединена. Вот, так это касается каждого индивидуального углеводорода. Ну и вот две гомологические серии, которые чаще всего бывают в составе нефти, в составе и бензиновых фракций. Значит, вот здесь они указаны 2-метилалкан и 3-метилалкан. Они образуются из жирных кислот, да, где вот этот метильный радикал тоже уже у этих же атомов. Но поскольку у нас, когда это кислота, карбоновая кислота, то нумерация атомов углерода у нас идет не от ближнего, там, где ближний радикал присоединяется, а от функциональной группы, да, COOH. Поэтому здесь эти кислоты, они не 2 и 3, да, метил, а они 7 и 8 метил. Значит, это тоже вам Виктор Васильевич должен был рассказывать. Но вот здесь видите, и как обозначается, какие аббревиатуры, это тоже вы должны знать и переводить их, значит, вот если вам скажут, вот нарисуйте 3-метил-гептан, чтобы вы нарисовали это. Но поскольку вот эти кислоты называются изокислоты, из них образуются 2-метилалканы, а те, которые 3-метил, это антиизо, поэтому и углеводороды тоже называются изо и антиизо, да, запомните. Значит, это одна гомологическая серия, вот. Они, вот как здесь написано, что на нефть 1% их может быть, да, вот это гомологическое, это очень много, 1% на нефть, если там содержится более 1000 индивидуальных соединений и множество гомологических рядов. Ну и температура кипения тоже, надеюсь, что вы запомнили, что нормальные алканы при одинаковом числе атомов углерода нормальные кипят при более высокой температуре, а изо при таком же количестве атомов углерода при более низкой температуре. И вот видите, пентан, нормальный пентан 36 градусов кипит, а изопентан 28 градусов. А вот неопентан, который вот здесь изображен, значит, вот последнее под В, знаете, видите, симметричная такая молекула, он кипит еще ниже. Знаешь, поскольку и такая тоже есть закономерность, чем больше радикалов в молекуле, тем она ниже кипит при одинаковом числе атомов углерода. Значит, вот это из лекции Виктора Васильевича, он химик, вот он подобрал такую таблицу, где указал количество возможных изомеров, да? Вот смотрите, у нас в нефти, но опять же, черт, не работает. Значит, вот у нас до октана, октан, нанан, декан. Вот для декана может быть 75 изомеров для декана, да, C10, а в нефти их совсем немного. Ну, я не могу сказать, сколько в каждой нефти будет, но не 75, не все, которые теоретически возможны. Ну, и вот, как здесь сказано, что математически, значит, а теоретически возможном числе изомеров. Вот английский математик Артур Келли в XIX веке, он вот рассчитал, как это можно для каждого соединения рассчитать. И вот когда он это создал, то рассчитали, например, C100H202, сколько там, около 5921 на 10 39 степени. А вот самым длинным углеродным скелетом, да, C390H782, то, значит, это сколько тут H был синтезирован английским химиком, вот, с самым длинным углеродным скелетом. И, ну, у меня здесь не написано, сколько у этого углеводорода, но если вот алкан C167, да, то 10⁻⁸ степени. Это очень много. Но в нефти, как мы говорим, встречаются не все возможные.
Ну, это поняли. Ну, просто это для интереса. Это я вас, конечно, не буду спрашивать, вы точно знали, сколько. Но какие есть нефти, это надо знать. Следующий класс – циклоалкановые углеводороды. Значит, в нефти углеводороды только с циклогексановым кольцом С6 и циклопентановым. Запишите, что не надо рисовать С7 кольцо, С8 кольцо и С3 кольцо. Таких соединений в нефти нету. Только когда кольцо циклопентановое или циклогексановое. Ну и вот здесь полная формула, значит, что тоже кирпичик CH2, так же, как и в алкановых углеводородах, но и может быть с радикалами. Ну и вот здесь написано, какие углеводороды, вот эти, которые перечислены, они обязательно будут в составе бензиновых фракций. Обязательно. Значит, либо это чистый циклопентан без радикалов, либо метилциклопентан, чистый циклогексан и также с радикалами. Ну и вот такое соединение, когда два водорода замещаются метильными радикалами, называется гемзамещение. Запишите тоже. Значит, от одного атома два радикала, то есть два водорода замещаются метильными радикалами, называется гемзамещение. Вот здесь у первого 1,1 диметилциклогексан. И посмотрите, вот для циклогексана температура плавления плюс 6 градусов, да? То есть он замерзает при плюс 6 градусах. Вот если зимой поставить за окошко, то он замерзнет. А вот у несимметричного атома метилциклогексан уже минус 100 градусов. То есть симметричные замерзают раньше. Также бензол, сколько градусов замерзает, мы уже с вами говорили. Сколько бензол замерзает, сколько градусов? Никто не помнит. Плюс 5 бензол замерзает при плюс 5 градусов. Ну, там с каким-то немножко повыше. Значит, но для циклических соединений, здесь я привожу для циклогексановых соединений, кроме изомеров, да, которые имеют разные структуру, да, положение в пространстве, есть еще и так называемая конформация. Да? Это форма построения расположения в переводе. То есть пространственное расположение атомов в молекуле, в молекулах, да, и поэтому вот в плоскости это разные конфигурации. Рассказывал вам Виктор Васильевич о них? Рассказывал, наверняка. И вот для циклогексанового кольца есть три вида конформации. Значит, первое – это трансконформация, похоже на кресло, поэтому по-русски мне говорят кресло конформации, а может, ну, транс или кресло. Второе похоже на ванну, да, это цис-конформация, цис-конформер или ванна, да. И твист-конформер, я не знаю, почему твист, но вот конформация такого вида. Цис и твист-конформеры, они менее устойчивые, чем трансконформация. Поэтому в менее преобразованных нефтях, в менее преобразованном органическом веществе их больше, да, чем трансконформеров. А когда идет термодинамическое преобразование, то они переходят в более устойчивую форму. И в преобразованных нефтях, термически преобразованных нефтях больше трансконформеров. Ну и кроме этого, вот этот вот цис и транс присоединяется при названии моноциклических циклоалканов, моноциклических циклоалканов по расположению относительно плоскости этих молекул, относительно плоскости либо над плоскостью, либо под плоскостью. И тогда, когда у нас с одной стороны, как вы думаете, какое, как называется, когда с одной стороны? Ну, как ванна с одной стороны. Значит, цис. Значит, вот два метильных радикала торчат в одну сторону.
А если у нас трансконформация, то значит одна над плоскостью, другая под плоскостью. И вот эти буковки, которые здесь, вот видите, cis и trans, c и t, это как раз обозначает не конфигурацию кольца, да? А вот видите, 1, 3, значит, два метильных радикала. Если у нас транс, то один торчит вверх, другой вниз, да, располагается, торчит, а располагается. А если у нас цис, то в одну сторону они направлены. И вы, когда будете вот эту задачку делать по расшифровке и подсчетам концентрации индивидуальных соединений в бензиновой фракции, вы там увидите такие обозначения. Я буду просить нарисовать, что это такое. Так что это вы должны знать. А твист? А? А твист? Твист нету. Твист – это переходная форма. Она от биомолекул, когда переходит структуры, то она такая переходная, ее практически нету. Но она определена, чтобы вот как-то это все объяснить. Ну, я не знаю, откровенно говоря. Ну, следующий класс – это ароматические углеводороды, тоже только моноциклические в бензиновых фракциях. И формула общая тоже минус, да, там было написано минус Z, да, 2N минус Z, а тут 2N минус Y. Так вот, для моноциклических у нас 2N минус 6. А запомнил кто-нибудь для моноциклических циклоалкановых 2N, CN, H? Сколько? 2N, да? Не вычитаем ничего, как вот 2N. Будет так и будет. Значит, а здесь минус 6. То есть надо вычитать, если у нас будет бициклическое, то у нас будет CN H2N минус сколько? Кратное 6. Ну, Никит, сколько будет? Минус сколько? 12. Для бициклических. А для трициклических сколько вычитаем? Минус 18 и так далее. Запомните это тоже. Значит, и вот здесь как раз, ну, те углеводороды, которые из ароматических присутствуют в бензиновых фракциях, это бензол, да, и расстояние между атомами, да, 1,40 ангстрем, самое маленькое, да, запомните. Значит, для алкановых сколько? 1? 30. Сколько ангстрем для алкановых? 1, ну, только сейчас говорила, 54. Для циклоалкановых 1, 50. Так, следующий. Значит, бензол, следующий гомолог гомологического ряда, толуол, один метильный радикал. Смотрите, вот бензол – это симметричная молекула, да, и его температура плавления плюс 5,5 градусов. Ну, я говорила 5, значит, где-то 5,5 градусов. Вот, температура кипения 80. Значит, это органический растворитель, и вы это должны знать, да, какие у него физические константы. А в толуоле, значит, мы видим, что, естественно, что кипение выше, да, на один атом больше молекул, поэтому 110,6 градусов температура кипения. А вот температура плавления минус 95 градусов. Сравните, значит, 5,5, да, замерзает бензол, а толуол замерзает только при минус 95,5. Почему? Потому что это несимметричная молекула. То есть кристаллы не образуются хуже. Да? При более низких температурах образуются кристаллы вот этого толуола. Ну, если мы пойдем дальше, то там тоже эта закономерность. Ну, если у нас при реакциях к бензольному кольцу, к бензолу, в любом положении одинаково можно присоединиться, без разницы где. То толуол, вот там разное, вот как здесь сказано, что не все атомы по химической активности равноценны. Ну, мы с вами никаких реакций сейчас пока писать не будем, поэтому я вам это только говорю, чтобы это вот знали. Но что это значит? Что присоединение какого-то радикала к атому
к толуолу, да, к толуолу, к молекуле, извините, толуола, оно будет в определенном углеродному скелету относительно вот этого радикала. Значит, вот что это значит. Мы с вами говорили о закономерности, что первые гомологи гомологического ряда либо в более низких концентрациях, чем последующие, да, либо вообще отсутствуют. Да. Так вот, толуола, вы видите, 1,6 и 1,8% на нефть. Это тоже очень много. На нефть одного соединения. Да. Значит, вот бензол может быть меньше. Но иногда бензол тоже присутствует. Ну, посмотрите, вот когда будете рассчитывать, посмотрим, как выполняются эти закономерности. Следующий углеводород, уже которых два метильных радикала. Так вот, этот метильный, второй метильный радикал, он может присоединяться в разных положениях, то есть соотношение положения этих двух радикалов различно. Значит, и они по-разному называются, и у них тоже есть отличия в свойствах. Значит, вот когда у нас рядышком, да, А, вот посмотрите, это ксилолы, все они ксилолы, но первый ксилол называется ортоксилол, вторая структура, когда через один атом метильный радикал, это метоксилол, и когда через два, это параксилол. Еще структурный изомер может быть, вот как здесь нарисовано, этилбензол, да, то есть радикал этильный. Вот все они имеют одинаковую формулу, да, C6H сколько. Значит, это метил изопропилбензол, да, один метильный радикал, а второй изопропильный. Если углеводородов у нас нету изопропила, понимаете почему, да, то радикал может быть изопропильный. Да, два атома водорода замещаются метильными радикалами. И вот здесь нарисован такой, молекула такая. И тоже положение относительно друг друга, эти радикалы могут быть разные. Значит, когда у нас вот А – это ортоцимол, когда через один – это, как называется, так же, как и у ксилолов, мета, и когда через два – это параксилол, а когда четыре метильных радикала и создается эта симметричная молекула, то вот этот углеводород уже твердое вещество. Твердое вещество. Те все жидкости, а это уже твердое. Почему? Потому что это симметричная молекула. Ну и в нефти, конечно, разное количество в разных этих углеводородов. Но вот такие углеводороды, как толуол, метоксилол и 1,2,4,3-метилбензол, да, они это основные углеводороды бензиновых фракций ароматические. Вот. И, конечно, по физическим свойствам ароматические углеводороды имеют самые высокие физические свойства. Значит, какое расстояние между атомами углерода в ароматических, в кольце? Сколько? Только сейчас давала. Значит, алкановые 1,54, нафтеновые в кольце 1,50 и ароматические 1,40. Самое близкое расстояние. Почему плотность у них самая высокая? Да потому что в один и тот же объем можно поместить большее количество атомов. Понятно почему, да? Более компактная молекула, да? Поэтому влезает, извините за такой термос, влезает, не влезает, а вмещается, да, в какой-то один объем больше молекул. Вот по бензиновым фракциям все. Что вы должны запомнить? Что C5-C10... Да, до 200 бензиновой фракции. Значит, нет гибридных, да, только моноциклические углеводороды, как циклоалкановые, так и ароматические углеводороды. Из вот, ксилолов и из ксилолов из и цимолов, значит, какие преобладают, запомнить?
Да? И почему у нас, например, объяснить, почему у нас плотность одних углеводородов больше, других углеводородов меньше при одинаковом числе атомов углерода. Да? Также и другие физические свойства, да? То же самое. Так, значит, про бензины мы с вами... Вот, значит, следующая тема. Тоже молекулярный состав, но более сложный молекулярный состав, поскольку это уже более сложные молекулы, большее количество молекул, и эти молекулы используются больше, чем вот эти бензиновые фракции, входящие в бензиновые фракции, в разных интерпретациях, геолого-геохимических интерпретациях. И формулы сложнее, которые вы тоже должны писать, эти формулы. Значит, тема молекулярный состав средних фракций, значит, фракции, которые кипят выше 200 градусов, они называются средние фракции, мы не будем выделять отдельно керосиновые и так далее, мы будем выделять их как средние фракции. Значит, вот выше 200 градусов. Температура кипения выше 200 градусов. Ну, также три класса углеводородов. Входят гетероатомные соединения какие-то. Уже здесь есть гибридные структуры. Значит, понимаете, что такое гибридные? Вот на последней партии, что такое гибридные структуры? Вот так вы слушаете. Ну, Никит, да, значит, может быть одно кольцо, если бициклическое, одно кольцо у вас циклогексановое, а второе кольцо какое? Бензольное. Вот такие структуры называются гибридными, да, но по химическим свойствам, каким относятся эти соединения, к какому классу? По химическим свойствам. К ароматическим, к аренам. Есть одно бензольное кольцо, и уже реакции замещения преобладают, чем и так далее. Значит, вот здесь у нас, если в бензиновых, около 80 индивидуальных соединений, множество гомологических рядов, да, то в общем индивидуальных соединений более 1000. И с каждым годом все идентифицируют еще другие в разных нефтях и работы. Но мы с вами будем рассматривать те, которые уже определены, и какие-то геологохимические интерпретации мы по этим углеводородам можем сделать. Та же формула алканов, да, для всех и для нормальных алканов, да, и для изоалканов разных гомологических рядов. Ну и, значит, вот первые несколько гомологических серий или рядов здесь выделяется, значит, как и в бензиновых фракциях, это нормальные алканы, да, то есть цепь разветвленная, без радикалов. Вот такие углеводороды называются нормальные алканы. И они входят в состав твердых парафинов, да, С16+. Значит, вот эти С16+, нормальные алканы, с длинными цепями выше 16 и выше, они твердые, как индивидуальные соединения. Значит, они тоже входят вот в эти гомологические серии. Значит, ну, это для всей нефти и попутный газ С1, С4, и то, что остается, не дегазируется, там в основном С4 остается в нефти, остальные дегазируются при изменении давления при добыче, да, это тоже вы должны. А с С5, да, С5 это уже жидкий углеводород. Какая температура кипения изопентана? Вот сегодня говорили, какая температура кипения изопентана? Ну, Рашид. Сколько? 28. Пиши, самая низкая температура кипения 28. А в азеотропных смесях он кипит при какой температуре?
24 градуса. Никит, ой, Коль. 24. Да, 24 начинает кипеть нефть, если там есть изопентан. А если нет, то, конечно, выше. Ну вот твердые компоненты С16+ обозначаются, значит, 15-й нормальный алкан еще жидкий, а уже 16 уже твердый в обычных условиях, да, и уже он входит вот в эти твердые парафины. Значит, к сожалению, у нас будут задачки, будет отдельно сняты на газовом хроматографе бензиновое, чтобы вот это вот сгусток такой, там, видите, большое количество углеводородов, это бензиновые фракции, вот отделены, значит, С5, С10. И чтобы нам их рассчитать, ну, можно, и делается это у нас в лаборатории, но у меня вот этих хроматограмм мало. Задачка делается для того, чтобы вы посмотрели, какие углеводороды есть, да, какие. Поэтому я вам буду давать отдельные хроматограммы. Не такие вот хроматограммы будете рассчитывать, а отдельно для бензиновых фракций, отдельно для средних, С11. Да. Вот. И здесь, вот видите, присутствуют, значит, бензины, также присутствуют ароматические углеводороды, трициклические, фенантрены, вот указано, где они находятся, также гапан, пристанфетан, да, из изоалканов, изопренойдов. Значит, вот такой у нас, такая у нас хроматограмма, где мы с вами... Но вот этих вот и фенантрены, видите, совсем там маленький пик, он должен здесь выходить, да, его время удерживания вот находится в этом месте. И также вот гапан, и также фенантрен, здесь они, концентрации их намного ниже, чем нормальных алканов, чем изопренойдов пристана и фитана, да, ну, в основном и даже бензиновых фракций. Вот бензиновые больше концентрации их находится, чем вот эта вот средняя часть. Значит, вторая задачка, которая будет, вы будете считать содержание нормальных алканов и изопренойдов. Отдельная тоже хроматограмма будет, и там вот только С11 и выше, и там, значит, присутствуют нормальные алканы и изопренойды. Значит, это на практическом. Ну и вот Александр Александрович Петров, это геохимик, значит, вот ведущий геохимик, у него есть книга «Углеводороды нефти», хорошая книга, если вы будете кинестическом, вот 78-го года выпуска найдете эту книжку, то обязательно покупайте. Но я боюсь, что вы ее вряд ли найдете. И он вот создал такую вещественно-генетическую классификацию, она называется вещественно-генетическая. Она основана на веществе, какое количество нормальных алканов и изопренойдов содействует вместе, а генетическое, что вот этот процесс изменения нефти, да, он идет за счет процесса биодеградации, то есть работы бактерий в залеже. И он выделил 4 класса, значит, А1 – это в этой нефти самая нижняя, преобладает нормальный алкан. Значит, второй, значит, бактерии начинают разрушать нефть с нормальных алканов. Дальше процесс, значит, условия для их жизни прекратились, то есть нет условий для жизни, и поэтому они не до конца съели еще нормальные алканы, но изопренойды, они уже дальше будут уничтожать, и их концентрация выше. Третий класс, B2, видите, нормальных алканов уже нету, они все, как я говорю, съедены, да, в процессе. Значит, присутствуют только изопренойды, да, видите, уже нормальных алканов практически нет. Вот там, что пики торчат, это высокомолекулярные нафтеновые углеводороды. И последний этап биодеградации, когда у нас и нормальные алканы, и изопренойды съедены, и вот получается такая хроматограмма. И вот среди нефтей, всех нефтегазоносных бассейнах присутствуют вот типы, эти типы нефтей. И здесь можно сделать геолого-геохимическую интерпретацию по виду этой хроматограммы.
Что вот здесь, если у нас, смотрите, одни изопреноиды, нормальные алканы, значит, были биодеградированы. Ну и так далее. Понятно, да? Поймите, что мы исследуем нефть не для того, чтобы просто вот ее исследовать, а чтобы сделать геолого-геохимическую интерпретацию этих исследований. Значит, нормальный алкан, надеюсь, все нарисуете. Значит, теперь изоалканы. Так же, как и в бензиновых фракциях, в средней фракции продолжается гомологическая серия 2-метилалканы и 3-метилалканы. И тоже, значит, 2-метил называют изоалканами, а 3-метилалканы антиизоалканами. Так же, как кислоты жирные, из которых они образуются. Да? Это я вам тоже уже говорила сегодня. Вот другая серия, которая присутствует тоже, но уже в бензиновых фракциях это более высокомолекулярные соединения, и они только в средних фракциях, гомологическая серия, значит, 12-метилалканы, и количество атомов углерода 24-30 градусов, ой, 30 атомов углерода, значит, 24-30. И 13-метилалканы – это 26-30. Ну и вот эти гомологические серии были обнаружены в основном на древних платформах, месторождении древних платформ, где нефтегазоматеринские толщи протерозойские или кембрийские. Да, понимаете меня? Вот взгляните, вот здесь вот эта стратиграфическая шкала, можно подглядывать, где что. Либо кембрийские, либо протерозойские. Ну и вот в Восточной Сибири на месторождениях они были обнаружены на русской плите, тоже древняя платформа, и вот в Южном Омане тоже была публикация. Но, значит, также были найдены в этих же нефтях, как здесь сказано, продукты их деструкции. Да, деструкции, то есть ряд не с С24 по 30, а ряд с С19 по С23. Да? Вот это изоалканы, аналогичной структуры, тоже у 12-го атома метильный радикал и у 13-го атома метильный радикал. Значит, вот две таких, которые, значит, по которым можно сделать интерпретацию. Из изоалканов самая распространенная гомологическая серия – это изопреноиды, да, изопреноидные алканы. Построены они, как вот здесь показано, из кирпичиков. И вот для того, чтобы вот объяснить, как они присоединяются, то придумали такое, значит, голова и хвост, да, как у головастика, голова и хвост. Значит, вот, и когда эти кирпичики в молекуле присоединяются голова-хвост, к хвосту присоединяется голова-хвост и так далее. То есть последовательное присоединение этих кирпичиков. Эти изопреноиды называются регулярные. Запомните, регулярные изопреноиды. И самые большие концентрации из регулярных изопреноидов – это фитан и пристан. Значит, пристан С19H40, а фитан С20H42. Тоже прошу уметь рисовать эти структуры. Значит, я буду спрашивать на защитах работ. И вот здесь я как бы выделила эти кирпичики. Да? Значит, вот первый, например, кирпичик. У второго атома метильный радикал. Дальше между хвостом и головой следующего кирпичика тоже надо рисовать соединение, да, а то некоторые рисуют голова прямо к хвосту без соединения. Значит, вот запомните это. И так далее. И также, который вот фитан, то же самое. Видите, если кто может забыть, можете себе вот срисовать эту структуру и пометить, где присоединяются эти кирпичики. Ну и каждый пятый гомолог гомологической серии отсутствует. Да. В прошлом году я вам это
рассказывала, почему это происходит. Да, почему это происходит, ну, можно было стереть. Значит, если мы с вами кирпичик нарисуем, значит, 1, 2, 3, 4 и пятая там, да? Вот. Когда у нас идет деструкция, то она начинается с конца молекулы, с конца молекулы. Значит, первый вот разрыв здесь, значит, получается С15, да? Потом здесь С16, а дальше два углеродных атома отсоединяется. Поэтому С17 у нас нет. И следующего, пятого, тоже нет. Понятно, вспомним. Это я вам показывала. Значит, кроме того, что есть структурные замеры, здесь уже мы сталкиваемся с так называемыми оптическими замерами. Что это такое оптические замеры? Что они обладают свойством вращать плоскость плоскополяризованного света либо вправо, либо влево. Структура, сама структура углеродного скелета остается одинаковой, но расположение, вот в данном случае, метильного радикала и водорода, да, вот в, например, в шестом атоме этих углеводородов, она различна. И поэтому вот эти выделяются здесь так называемые асимметрические атомы углерода, и они по-другому называются хиральный центр, и он обозначается звездочкой, если он есть в молекуле. И вот у меня здесь на рисунке тоже 6 и 10 атомы помечены звездочкой, поэтому это асимметрические атомы углерода. Если они есть в молекуле, то она обладает свойством вращать плоскость плоскополяризованного света либо вправо, либо влево. Когда расположение такое же, как в биомолекуле, то есть вот они образуются из спирта фитола, эти углеводороды, в биомолекуле хлорофилла, то тогда, если как в биомолекуле, то буковка R. И вот здесь, смотрите, 6R, 10S. То есть в шестом положении, так как в биомолекуле, а в 10-м положении уже произошла переориентация. Да? Поэтому здесь вот 10S. Дальше второй может быть 6S, 10S. То есть и там уже произошла переориентация. Дальше 6R, 10R. И тот, и другой, как в биомолекуле. Значит, не более низко преобразован. Ну и так далее. И вот для эпимеров, для этих углеводородов, вот как здесь изображено. Ну, вот отмечено, что в современных осадках стереоизомеров углеводородов нет, да. Ну, не знаю, почему это в органическом веществе, это еще, значит, там это еще не произошла переориентация. Ну, а те изопренойдные углеводороды, которые в центральной части молекулы, запомните, присоединяются либо голова к голове, либо хвост к хвосту. Вот на верхнем структуре хвост к хвосту, да, но тоже между ними есть соединение. Не просто хвост присоединяете к хвосту, когда писать будете, да, а через соединение. И также голова к голове, но только в центральной части молекулы. И вот первое называется 30H62. Нерегулярного изопренойда называется сквалан, может быть, слышали. Значит, формула его написана 2,6, 10, 15, 19, 23 гексаметил тетраказан. Тетраказан это сколько? 30. Тетраказан. Эй, казан, сколько? Что надо повторить? Что вы молчите? Эй, казан, сколько атомов? 20. А тетраказан? 24. Повторите это все, потому что это нужно будет. Возьмите какой-то учебник химии, или вам еще проще. Вошли в интернет, заказали, и вам все выдалось. Значит, но кроме... И поэтому вот две гомологические серии, что образуются из сквалана,
и что образуется из дипристила. Вот. Но также мы говорили, что в гомологической серии изопренойдов каждый пятый отсутствует. Да? Но при деструкции вот этих сквалан и дипристила образуются новые гомологические серии, которые называются запрещенные регулярные. Запрещенные. Поэтому вот, может быть, в нефти и присутствует С17 изопреной, С6-10, тетраметил, тетрадекан. Тетрадекан – это сколько? Тетрадекан. 40. Тетрадекан. Кроме изопренойдов вот таких прямых, есть еще так называемые изопренойды Т-образного строения. Вот их выделило три, можно сказать, гомологические серии, ну, три гомолога, которые имеют одинаковую структуру, но разное количество атомов углерода. С20, С25 и С30. И вот посмотрите, что верхняя прямая цепь изопренойдная, и вот там в серединочке такая радикал как бы, да, но он не метильный, этильный и прочее, а тоже изопренойдный радикал. И в 20-м, и в 25-м, и в 30-м, да, вот такие изопренойды были выделены в нефти, а потом оказалось, что в живом веществе есть точно такие же структуры, но ненасыщенные водородом. Да? Вот видите, двойных связей сколько, что изопренойдные кирпичики у нас не насыщенные в биомолекулах вот этих диатомовых водорослей, которые являются основными биопродуцентами морских водоемов. Да? Это фитопланктон, они входят в основном в северных районах, диатомовые водоросли преобладают. И вот там в органическом веществе, в некроме, могут быть уже вот такие углеводороды. Значит, здесь тоже, значит, уметь писать эти формулы, чем отличаются и почему отличаются. Одни насыщенные, другие ненасыщенные, но структура углеродного скелета у них одинаковая. То есть вот из этих ненасыщенных при гидрировании, то есть обогащении водородом, образовались вот эти углеводороды насыщенные. Ну и, значит, примеры. И вы каждый получите хроматограмму, будете ее рассчитывать, будете делать какие-то геохимические выводы. Вот из этой хроматограммы средней части, здесь с какого там, с 10-го, да, с 14-го, ну, вам, скорее всего, у вас будут, может, 10-го, может, 12-го, у кого-то даже, может, с 8-го будет хроматограмма, такие тоже уже есть хроматограммы. И здесь вот по распределению алканов и соотношению основных изопренойдов фитана и пристана можно делать геохимические выводы. Да, когда у нас вот преобладают алкановые вот той части С16, С17, 18, 19, да, они образуются из жирных кислот. Какие у нас жирные кислоты? С16, С18 в основном, но есть и более высокомолекулярные. А вот эта область С25, С33, это уже остатки, отпечатки высшей растительности. Да? Там у нас и есть индивидуальные такие нормальные алканы и жирные кислоты. Да? Жирные кислоты у нас в основном четные, 16, 18, а здесь четные 28, 30, 32. И образуются при декарбоксилировании нечетные нормальные алканы.